Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. Отто Валент победил мексиканца Эламана Олгина. В шестом раунде Валент получил рассечение после пропущенного удара. Поединок длился все 8 раундов. Судьи дали победу шведу. Британский боксер Шон Ноукс нокаутировал Сантьяго Гарсоса. Ноукс нокаутировал Гарсоса в пятом раунде. Британец нанес мощный удар с правой, после которого его оппонент рухнул лицом в канвас. Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян защитил свой титул в поединке против Давида Хименеса. Боксеры потратили лишь первый раунд на разведку, после чего в ринге наблюдался конкурентный поединок с переходящей инициативой из рук в руки. В четвертом раунде Далакян попал встречным прямым в голову Хименеса, после чего у того заметно подогнуло ноги. Но прозвучал гонг, и Далакян не успел развить успех. В 12-м раунде Хименес пошел ва-банк, но пропускал много ударов навстречу. Итог боя – победа Артема Далакяна. Единогласным решением судей. Артур Битырбиев победил техническим нокаутом в 8-м раунде Энтони Ярда. Начало боя прошло с преимуществом Битырбиева, который больше шел вперед и чаще атаковал, но Ярду удавалось неплохо защищаться и контратаковать. А с 5-го раунда британец стал действовать более уверенно и чаще беспокоит Битырбиева своими атаками и контратаками. В 8-м раунде Ярд оказался потрясен встречным ударом справа и оказался в нокдауне. После того, как бой возобновился, Битырбиев провел еще несколько точных ударов, и угол Ярда остановил бой. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.